Понятно, что терпение у меня вагон, понятно, но мне запомнилось, что меня уже пересохранили, я тут все уже, ну вот, вот это вот прикрывание ее, что я уже все это, я уже прошел. Но ведь нет, оказалось. Будем решать, ладно. Так, хорошо. И еще один. 21 патрон. Вполне, я думаю, хватит на него. Господи, сколько в него надо всадить. И не первый раз я заметил, что когда дальше ты стреляешь, тогда лучше. Не успел он выкинуть гранату. Да, вот сейчас состояние здоровья хорошее, но это еще ни о чем не говорит. Нас с вами еще успеют покрошить. Да так, что мало не пока. А, не в эти двери. Но сейчас, я думаю, там уже наготове ребята новые. За колонну. А что такое у меня дыхалка? Они к ней побежали. Щиты, главное, смотри, выставляют. Блин, хорошо все начиналось. А, значит, я задержался в этой комнате, видишь, и они успели пролезть к ней. А этого они именно, видимо, к ней стремятся, естественно, помешать ей там, короче, затвор передергивать. Ладно, пойдем. Ривай, быстрее! Блин, не сюда, что ли? Ну да, действительно, мне тут медлить нельзя. Так, ну сейчас по отработанному уже сценарию. Сначала сюда, сразу же. Что это было? На опережение. На опережение. Так, хорошо, хорошо, хорошая работа. Ага, ну там еще один остается. Сейчас мы его. А, еще два. По-любому надо играть. Ну, конечно, очень вовремя смена рожка, конечно. Вот когда он в тебя просто стреляет вовсю, он меняет рожок. Вот, и это меня бесит. Из разу в раз это меня бесит. Ну, кто меня спрашивал? Джек, за мной! За тобой, погнали. Проблема-то в чем? Сразу подбегаем сюда. Успел всадить, не страшно. Да сколько можно-то? А, он двери подпер, смотри. Хорошо. Я все время, кстати, забываю про тот... Про тот вариант, чтобы просто пушку менять, когда патроны, когда перезарядка нужна, просто менять пушку. Как идет процесс? Ага, отлично. Так, теперь сразу же идем сюда. И ждем их всех здесь. Вот они. Сейчас ведь будут гранатами кидаться. Прямо между гранатами зашло. Хорошо. 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 Очень хорошо. И еще один наверняка. Хорошо. Собираем броники-шмоники. Так, и теперь они откуда придут? Третья волна откуда придет? Надо просто сейчас заранее это изучить.